Генрик, и мы сегодня опять играем в Tank Online вместе с Германом. Да, всем привет. Опять на той же карте, а опять по данной схеме. Это у нас вторая серия уже по танкам онлайн. В третьей серии, наверное, мы гараж покажем, мы это... поменяем пушечки, корпуса там посмотрим. Да-да-да, это можно. Хоть у нас в команде самый сильный Генрик, но пока он отсутствовал... Не, одному тащить очень сложно, если честно. Ну, он пока отсутствовал, я немного тут так поиграл, уже 13 чьи-то танков отправил на переплавку, то есть очень даже хорошо. Вангар. Ну да, или вангар. Как говорят в World of Tanks, вангар тварь. Ну да, или вангар. Вангар пошел. Ну, то есть я уже 13 танков разбомбил, но это, думаю, меня сейчас Генрик перегонит меня. Он играет лучше, чем я, то что он уже дольше играет в танки вообще, в любые. Так, вот, отлично. Кстати, недавно дуэлился с братом. И как думаешь, кто победил? Та ты. Кто еще? Разгромительным счетом. Кто еще мог победить? 50-20. Давай, быстрей. О, все, загасил. У меня жизни вообще даже не видно, сколько осталось. Одно. Офигеть, это жесть вообще. Да идите вы же, Роман, с бомбометом. Ай, у меня заряд кончился. Ай-яй-яй, отойди. Поздно, нас двоих подбили. Из-за меня. А, ничего, бывает. Я там просто не видел, что ты отвернуть. Дай тут... флаг, пока буду лечить. Да я лучше аптечками использую, чем... Тут такая проблема, что если танки столкнутся друг с другом, тут вообще фиг разъедешься. А там, когда танки столкнутся друг с другом, бам, половина хп нет. Если там... Можно, вот, смотри, вот ты, например, огромная масса, например, 100 тонн, ты в кого-то врежешься, то у него половины хп не будет уже. Ну, естественно, конечно. А тут что? Тут мамонт на вас, вас просто переедет. Ну... Передавил и все. По хардкору. И там таких расходников нет. О, смотрю, кристаллы забрал. Там еще танки гореть могут. А, там мне что-то рассказывали тоже, да, что горят, всякое такое. Давай за нас, из-за спецназ, ага. Там за... даже боевое обучение, кстати, есть. Можешь поиграть там. А команде там платить не надо? То что они типа воюют там за тебя. Где? Ну, World of Tanks. Ты можешь тут поставить, но тебе тогда денег меньше дадут. Там дают деньги не за фраги, вот за убийство, а именно за дома. Да не, стоять, это неинтересно. Вот надо вот так быть в жаре в самой... Короче, надо всегда там в теме быть. Так, короче, круто. Даже гусли сбивать можно. Кого-кого сбивать? С гусеницей вот. Стрельнул по гусеницам, все, он двигаться не может. Давай, есть. Блин, сейчас бы подлечить бы не помешало. Ну вон, аптечка лежит. Где? Вот, 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 вот. А, все, Изида подлечу. А, ну тогда я подлечусь. Ох, на броне, Изида, давай лечи. Не. При помощи Изиды затащили. Сейчас. Изида. Ай. Изида куда-то смылась. Так, в следующем мае 100% пушечку поменяю. Я вот думаю, что ставить. Я, наверное, рельсу поставлю. Я бы желательно, конечно, улучшить. Улучшается дело благое. Там, кстати, когда вот тебя союзник ударит, там ХП снимет или что-то типа того, ты компенсацию за это добудешь. Если в World of Tanks, да? Угу. Ну, а вообще я тебе про World of Tanks рассказываю, буду. Да. Да, рассказывай, я скачаю потом. Попозже. Ну, кстати, мне даже не было лень
американскую версию скачать. А зачем? Там, вот, как я всегда говорил, там 90% нубы, 10% русские. Ну... Я всегда так говорю. Нубы. Тихо, не пали в меня, ну... Ну, рак. Ладно, вишнями. Надо флаг притащить. Хоть мы и лидируем на два флага. Затащить. Ну да, затащить, но все равно. Ай. Мне, короче, жесткий дэш. Я вообще за этого. Этот. Плюшки я тебе опять использовал. Все. Ой-ой-ой, быстро-быстро отсюда. Дёру. Ну помет. Ну помет. Я мамонта нубомет. Я твинса нубометом был, да? Оу! Чувак такой, как я, пушку тоже не вертит. Ну, как я раньше. Я это. Я без верчения пушки вообще не могу вернуть. Я вот пытался, говорю, рука сама тянется повернуть башню. Могу, я понимаю. А я мог раньше. Нет, уходи, уходи, я не хочу. Ого, чтобы... их тут двое. Ну ладно, двоих. Запалил. С рельсы сразу сняли. Да. Ой, я рядом с тобой заспавнился. Идем, идем. Я быстрее тебя, короче. Так у тебя ж вас получено. Угу. Вот тут у меня ядерка есть. Тихо, тихо. Я даже не знаю, в какую сторону поехать. Нет, туда я не поеду. Вот гад, с рельсы стрельнул и попал же, не промахнулся. Ай-яй-яй-яй, нет. Мне главное затащить. Затащить нуба мамонта. Нет. А, я вид в танках поменял, как назад. QE, короче. QE? А, о, спасибо. Блин. Надо быть осторожней с видом. Я на океан. Тебя догнал, короче. Я 24 уже снес. Практически ты только 12. Так. Сейчас будет 13. Ну я просто до тебя играл, так что. Ну иди всё, ты на. Все по-честному. Так бы ты уже вперед вырвался 100%. Да блин, тут нубло мне мешает спуститься вниз. А я сейчас флаг, наверное, заберу. Ну да, все, нубло, тебе не жить. У вас да планетрия, это вот, вообще что-то. Да нублодная вообще. Вот как можно с рельсы было меня снять? Я почти доехал. Вот гады, подловили. Возвратил вражеский флаг. Вот осел. Ну ничего. Давай, 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 выживу, я выживу, я выживу. Я выживу. Мстя моя будет жестока. То. Иди сюда, оно будет. Так, минус Шо? Один. Я пока лидирую. Ё-моё. Куда поехал? Минус два. Вертим башней, вертим башней. Это знаешь, как песня «Все танцуют локтями»? Дебильная, ну блин. Тихо, тихо, есть. Упоротая. Песня? Там мне тоже не нравится. Иди сюда. А глупо вообще. Ой, прямо из-под носа флаг стырил у них. Да потому что я у них, я четверых отвлекаю. А, красава. Я везу флаг домой. Ай, все, у меня умер. Уйди, уйди, уйди. Если сейчас по пока мне стрельц... Пока они меня тут разбирали.
Я быстро залетел на нетрет. Они даже опомниться не успели. Вот, 450 очков. Куда ты едешь, Изида? Всё, рикошет, иди сюда. Все, нетра кончилась. Ну тебя. Мы так друг друга убили. Ты здесь гасишь всех. Один флаг и все. О, броня. 3 минуты до конца. Да чё 3 минуты еще? 3 флага затащим. Смотри, 343 кристалла. Это, надеюсь, мне все? Конечно, нет. Я уже на второе место вернулся. А все нет. Блин. А нет, меня обновили. Ты меня не догонишь. Нет, в форме. Не, если занарю, то 100% догонят. Давай, давай, есть, готов. На меня сейчас убьют. Я знаю сейчас. О, куда я выехал, хана мне. Эмпауэр, до свидания. Да. Ты кто, давай? Давай нарез заново. Заново начинай, давай. Я, короче, на нетре бабаху. А вот сейчас вообще как-то не подлагают. А то помнишь, мы с тобой пробовали снимать, но мы так и не сняли. Что этот, как вот тогда лагало вообще жестоко. Уйди, нубло. Вот гнев. Ой, у нас изи да нубло чуть меня не столкнуло с лагом. Иди сюда. Блин, вот здесь левый переулок, это опасная шняга, то что здесь вообще жесть. О, давай, давай, иди сюда, лошара. Как так? А, все нормально. Это я принял. 490 это счет у меня. Я пока вообще тащу. Летим, летим. Кстати, это не этот как он, не. Ух ты, блин. Не красочное прилагательное, это реальность. У меня у вас плетает. Быстрее, быстрее вниз. Так, загасил гадюка. Что ж поделаешь. О, 1 минута осталось. Иди сюда. Мне надо первым продержаться 1 минуту. Да продержись. А у меня 500 очков всего лишь. О, может, я сейчас успею флаг тыбрануть и доставить. Я все-таки поменяю пушечку свою. Все, меня загасили. Я все-таки поменяю пушечку свою. Слушай, а может купить заморозку вот эту дебильную, как думаешь? Это кактус. Че, он говно? Меня он гасит быстро. Да тебе это кажется, огнем быстрее гасит. Фриз — это долгая заморозка и все очень долго, тупо замораживать. Да иди сюда, я тебя не боюсь. Опять сняли, вот гниды. О, 10 секунд. Все, я должен сейчас кого-то завалить за последние 7 секунд. Но я не успею. 4, 3... Ну я хоть так огневел. А, я успел. 32 кристалла. А нет, 200. Нифига. Ну что, заканчиваем на этом нашу серию. Всем спасибо, кто были с нами. Подписывайтесь на каналы. С вами были Герман и Генрик. И всем пока.